Все, ладно. Культурпендеры. Рахмет, Динара. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді бастаймыз. Қайырлы күн. Бүгін біз елде енгізілген төтенше жағдай және карантин уақытында бизнесті қолдау, жұмыс орындарын сақтау жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Сегодня мы поговорим о государственных мерах поддержки бизнеса и сохранении рабочих мест в условиях чрезвычайного положения в стране. Об этом более подробно расскажет наш гость, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамекен Ербол Устемиров. Ербол Успекович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые телезрители. Хотелось сказать, что сразу с момента объявления главой государства режима чрезвычайного положения в Национальной палате предпринимателей был создан оперативный штаб, который занимался вопросами проведения анализа в отраслях экономики, сбором и формированием предложений по минимизации последствий от режима данного. Аналогичные штабы также были созданы во всех региональных палатах предпринимателей. Всего в эти региональные и центральный аппарат поступило за весь период более 32 тысяч обращений. Обращения поступали по различным каналам. Это поступали в ходе опросов по отраслям, в ходе опросов по занятости, через колл-центры. Поступали обращения напрямую в Национальную палату предпринимателей, либо в региональную палату предпринимателей. В этих обращениях о чем говорят предприниматели? Можно сказать, что 74% обратившихся говорили о наличии проблем с занятостью. В том числе 54% обратившихся говорили о необходимости направления всех работников в бессрочный отпуск, либо сокращения рабочего дня, перевода работников на неполный рабочий день. 20% обратившихся говорили о необходимости сокращения работников. Кроме того, из 86% обратившихся говорили о ухудшении своего финансового положения, в том числе 59% говорили о проблемах с оплатой аренды, 22% с оплатой труда своим работникам, 5% по исполнению обязательств по оплате коммунальных платежей. По итогам изучения и анализа всех обращений мы сформировали предложения предпринимателей, какие бы меры помогли бы им в меньшей степени выжить в условиях данного чрезвычайного положения. Предложения такие: 31% предпринимателей просили отсрочку по кредитам, 33% просили признать ситуацию чрезвычайного положения форс-мажорной, 28% просили налоговые послабления и 8% просили оказать поддержку трудовым ресурсам. В целом, Национальная палата предпринимателей тесно работает совместно с правительством, с центральными госорганами и местными государственными органами по формированию и реализации тех мер господдержки, которые необходимы для того, чтобы бизнес как можно меньше пострадал в результате ЧП. Если останавливаться по отдельным по блокам, то касательно блока налоговых послаблений, в настоящее время уже вышло два постановления правительства 20 марта и 27 марта, согласно которому уже освобождены до 31 декабря текущего года от налога на имущество крупные торговые центры площадью свыше 2000 квадратных метров, торгово-развлекательные центры, кинозалы, театры, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, а также те предприниматели, которые занимаются в сферах туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса. Также до 8% снижена ставка налога на НДС на социально значимые продовольственные товары до 1 октября 2020 года. Также те предприниматели ИП, которые работали по общеустановленному режиму, освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога также до 31 декабря текущего года. Производители сельхозпродукции освобождены от земельного налога на землю сельхозназначения также до конца текущего года. Также предоставляется
предоставлена уже отсрочка по уплате всех налогов и других обязательных платежей субъектам микро, малого и среднего бизнеса. Кроме того, в настоящее время по поручению главы государства готовится новое постановление правительства. Мы его на днях ожидаем, согласно которому налоги и социальные отчисления, которые начисляются с фонда оплаты труда, также будут предприниматели освобождены. По освобождению, освобождение коснется индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, также коснется социального налога, отчисления в пенсионные фонды, отчисления в фонд медицинского страхования. В этом постановлении имеются два приложения, касаются малого и среднего бизнеса, первое приложение, второе приложение крупного бизнеса. Это те направления деятельности предпринимателей, которые будут освобождены от этих налогов. Если говорить про малый и средний бизнес, то определено 29 направлений по УКЭДам. А касательно крупного бизнеса определено 10 направлений, которые будут освобождены от уплаты налогов, социальных отчислений по ФОД. Определенная работа проводится и по обеспечению занятости. Вы знаете, что с прошлого года, с июля, Национальная палата предпринимателей совместно с Министерством труда и социальной защиты созданы мобильные центры занятости. Мобильные центры занятости в настоящий период режима ЧП свою работу не приостановили. В настоящее время работают 31 таких мобильных центров. Это в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и в Курдайском районе Жамбылской области. Всего по мобильных центрам за период ЧП на трудоустройство мобильными центрами направлено 894 человека, из них 174 человека трудоустроены. Кроме того, для того, чтобы обеспечить занятость и минимизировать последствия ЧП, Национальной палатой был проведен опрос по высвобождению работников. То есть мы опрашивали субъектов малого, крупного, среднего бизнеса, сколько человек у них работает и сколько человек они собираются отправить на отпуск без содержания и собираются высвободить, то есть уволить. Всего нами было опрошено 8228 организаций, в которых работает 131 тысяча работников. Изначально в ходе опроса динамика показывала, что 13% работников должны были быть высвобождены, но после предложения Национальной палаты о расширении получателей, указанных 42 500 тенге, динамика высвобождения у нас улучшилась, и всего сейчас по итогам опроса лишь 9% работников как бы планируется к высвобождению. Кроме того, 9% это составляет 12 тысяч человек. Также 35% из опрошенных, то есть 46 тысяч человек, работников, собираются отправить в отпуска без содержания. Со стороны государства также принимаются меры финансовой поддержки по поддержке отдельных отраслей. К примеру, принимаются меры, финансовые меры, это постановлением агентства по регулированию финансового рынка банкам второго уровня. Согласно этому постановлению, банки второго уровня и микрофинансовые организации предоставили отсрочку по платежам на 90 дней. Если, допустим, по статистике в банках второго уровня кредиты имеют 19 тысяч предпринимателей, то уже 10 тысяч есть заявок, которые поступили в банки второго уровня на отсрочку этих платежей. Также введен был мораторий на начисление пени по кредитам. Кроме того, какие меры еще государством принято? Это введена унифицированная ставка 6% по программам «Дорожная карта бизнеса 2025» и по программе «Экономика простых вещей». Для проведения весенне-полевых работ через агрокредитную корпорацию выделяется 70 миллиардов тенге под 5% годовых. Также 100 миллиардов тенге выделяется под 6% по программе «Экономика простых вещей». Также принята новая программа
льготного кредитования малого и среднего бизнеса на пополнение оборотных средств под 8% годовых. Уже на эти цели выделено 600 миллиардов тенге. Кроме того, предприниматели отмечали проблемы также по аренде. Аренде как государственного имущества, так и аренде коммерческих площадей. Касательно государственного имущества, государством предоставлено освобождение от уплаты арендных платежей на 3 месяца. Это по 19 июня 2020 года. А то, что касается арендных платежей коммерческой недвижимости, здесь необходимо понимать, что и арендатор, и арендодатель являются предпринимателями, поэтому здесь подход был иной. Национальная палата предпринимателей и региональные палаты мы проводили беседы, обзванивали всех арендодателей. Всего у нас по Казахстану 705 объектов таких. Туда обратились 15 тысяч арендаторов о том, чтобы их освободили от уплаты арендных платежей, либо дали какую-то отсрочку. В целом, если говорить по статистике, к чему мы добились, 353 объекта предоставили послабление своим арендаторам. Они в полное либо частично освободили от арендной платы, либо взимали только лишь плату за охрану и коммунальные услуги. В целом, предприниматели в сфере аренды коммерческой недвижимости ставят вопросы касательно предоставления налоговых послаблений, предоставления каникул, либо освобождения от уплаты коммунальных платежей. Также просят отсрочку по предоставленным кредитам. Работа касательно налогов, я уже сказал, они освобождены по налогу на имущество. Вот в новом постановлении, скорее всего, будут также освобождены от налога на коммерческую недвижимость, офисные помещения. Все проблемы предпринимателей, которые в настоящий момент поступают, мы стараемся быстро отрабатывать. Отрабатываем их, если касается вопроса передвижения товаров, передвижения предпринимателей внутри населенного пункта, между населенными пунктами, то мы, региональные палаты, отрабатываем их с оперативными штабами, потому что у нас в Казахстане в зависимости от локализации заболевания и количества заболеваний, заболевших, у нас в каждом регионе есть свои оперативные штабы, которые сами принимали решение, какие меры ограничительные и запретительные вводить. И все такие факты Национальной палатой отрабатываются. Также у нас множество было проблем касательно привлечения предпринимателей к административной ответственности, когда за незначительные нарушения предприниматели привлекали к административной ответственности. Также у нас предприниматели отмечали вопросы по отсрочке сдачи статистической отчетности, по приостановлению всех видов проверок, также проблемы по включению в реестр недобросовестных поставщиков. Работа определенная в этом направлении проведена касательно сдачи статотчетности с Министерством национальной экономики. Есть договоренность, что отсрочку давать не будут, но за несвоевременную сдачу отчетности привлекаться к административной ответственности предприниматели не будут. Касательно приостановления проверок, работа проведена с Министерством национальной экономики и с Генеральной прокуратурой. В целом понимание есть, что в настоящий момент в период режима ЧП проверки, которые проводятся по особому порядку, и выборочные проверки проводиться не будут, будут проводиться только лишь внеплановые проверки, которые для целях обеспечения режима ЧП. Касательно включения в реестр недобросовестных поставщиков как со стороны государственных органов, так и со стороны квазигоссектора, соответствующие письма касательно включения в реестр недобросовестных поставщиков по оказанию строительно-монтажных услуг со стороны Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Акиматы направлено. Также аналогичное письмо направлено с фондом Самурхазна в своей дочерней организации. Но в случае, если будут иметь место факты, когда предпринимателя все-таки включают, то данные факты мы будем незамедлительно отрабатывать. Также у нас имеются определенные достижения
в плане снятия запретов на вывоз сельхозпродукции. Как вы знаете, в Министерстве сельского хозяйства был введен запрет на вывоз определенных видов продовольствия, в том числе овощи, сахар, мука, морковь, капуста белокочанная, которые создали серьезные проблемы для предпринимателей. И изучив данную проблему, встретившись с предпринимателями, также с представителями сельского хозяйства, мы добились, что ввели разрешение на вывоз лука репчатого, капусты, моркови и нерафинированного масла. В целом, по касательно мер господдержки, большинство мер, конечно же, касается субъектов малого и среднего бизнеса. А то, что касается субъектов крупного бизнеса, как я уже отметил в постановлении по новому постановлению по налоговым постановлениям, там будут освобождения по налогам, социальным отчислениям по ФОД. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об оказании мер поддержки именно системообразующим предприятиям. Эти меры по оказанию поддержки прорабатываются нами совместно с уполномоченными государственными органами. Казахша, да? Хорошо. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Мемлекеттік басшысы төтенше жағдай жариялағаннан бастап, ұлттық кәсіпкерлер палатасында арнайы оперативтік штаб құрылды. Осындай штабтар барлық өңірлік кәсіпкерлер палаталарында құрылды. Бұл штабтар жалпы кәсіпкерлерде орын алған проблемаларды, олар шешу бойынша ұсыныстарды құру үшін жұмыс жасалды. Жалпы штабқа осы төтенше жағдай режимі мерзімінде 32 мыңнан астам арыздар түсті. Арыздар әртүрлі тәсілдермен түсті, колл-центр арқылы, яғни колл-центр тікелей арыздар болды. Осымен қатар салалық сауалнама жүргізген кезде түсті, жұмыспен қамтамасыз ету сауалнама жүргізген кезде түсті. Кәсіпкерлер осы өздерінің өтініштерінде не айтып жатыр? 74% олар жұмыспен қамту проблемалары туралы айтты. Олардың 54% қысқаша жұмыс уақытын бекіту туралы айтты. Немесе ақысыз демалысқа жолдау туралы проблемаларды айтты. 20% жұмыскерлерін жұмыстан босату туралы айтты. Осымен қатар 86% өтініштер 86%-ында қаржы жағдайының жамандауын туралы айтылды. Оның ішінде 59% осы жалға алу төлемдерін төлеу бойынша проблемалар туралы жазылды. 22% еңбек ақыларын төлеу проблемалар туралы. 5% коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша проблемаларды айтты. Осы өтініштерді қарап, талдап, қандай ұсыныстар берген кәсіпкерлер, несиелер бойынша төлеу мерзімдерін кері жылжыту бойынша 31% айтты. Орын алған жағдайды форс-мажор болып танылу бойынша 33% өтініштерде жазылған. 28% жалпы салықтық ынталандыру шараларын қолдану туралы жазған. 8% қызметкерлеріне көмек көрсету туралы жазған. Енді ең үлкен мәселе салықтық ынталандыру шаралары. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда үкіметпен екі қаулы қабылданды салықтық ынталандыру бойынша. Оның ішінде ірі сауда орталықтары және сауда ойын сауық орталықтары, спорт және дене шынықтыру нысандары және туризм, тамақтандыру және мейрамханалар және де қонақ үйлердің саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлер мүлік салығынан босатылды жылдың аяғына дейін, 31 желтоқсанға дейін. Әлеуметтік маңызды бар азық-түлік тауарлары 8% мөлшерімен қосылған құн салығы ұсталынады.
Ауыл шаруашылық өнімдерін жасайтын ауыл шаруашылығының жер салығынан төлеуден босатылды. Осымен қатар салық төлеу мерзімін кері жылжытылды. Қазіргі таңда үкімет, қазіргі таңда ел мемлекет басшысының тапсырмасымен жаңа қаулы дайындалуда. Оның ішінде еңбек ақысын төлеу қорынан төленетін салықтар мен әлеуметтік аударымдардан босату туралы тараптар енгізілген. Оның ішінде төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударылатын жарналар. Жалпы қаулының екі қосымшасы бар. Бірінші қосымшада жалпы экономикалық қызмет классификаторынан 29 бағыт алынған кіші және орта бизнеске, шағын және орта бизнеске қатысты, ал ірі бизнеске қатысты 10 бағыты алынған. Осы жаңа қаулы осы бір-екі күнде шығады деп біз күтіп отырмыз. Осымен қатар жұмыспен қамту проблемалары бойынша да біршама жұмыстары атамекен тарапынан жүргізілді. Өздеріңізге белгілі өткен жылдан бастап мобильдік жұмыспен қамту орталықтар жұмыс істеуде. Жалпы елімізде 31 осындай жұмыспен қамту орталықтары бар. Олар Нұрсұлтан қаласы, Алматы қаласы, Шымкент қалаларында және Жамбыл облысы Қордай аудандарында жұмыс жасап жатыр. Осы төтенше жағдай режимінде 894 тұлға жұмысқа жолданды, оның ішінен 174-і жұмысқа қабылданды. Осымен қатар осы кәсіпорындар арасында біз сауалнама жүргіздік. Ол қанша тұлғалы, қанша жұмыскерлерін ақысыз демалысқа және қанша жұмыскерлерін жұмыстан босату туралы жоспарлар бар бойынша сұралды. Біз жалпы 8228 кәсіпорынды сұрадық, сауалнаманы өткіздік. Оларда 131 мың жұмыскер жұмыс жасайды екен. Алдын ала 13% жұмыскерлердің 13% жұмыстан босатылуы туралы жоспар болған кәсіпорындарда, яғни атамекен үкіметке берген ұсыныстар, яғни осы 42500 алатын тұлғалардың санын көбейту бойынша ұсыныс қабылданған соң жұмыстан босатылатын жұмыскерлердің саны 13%-дан 9%-ға дейін түсті. 9% ол 12113 адамды құрайды. Осымен қатар 35%, яғни 46000 жұмыскер, олар ақысыз еңбек демалысына жолданады деген жоспарлар бар. Осымен қатар мемлекет тарапынан басқа да қолдау шаралары қолданылуда. Осымен өздеріңіз белгілі екінші деңгейдегі банкілер және микро қаржы орталықтары бұрынғы алған несиелер бойынша төлем мерзімдерін 90 күнге кері жылжытты. Осымен қатар осы 90 күн ішінде ешқандай пеня бекітуге мораторий қойылды олған. Осымен қатар көктемдік егу жұмыстарын жүргізу үшін агронесие корпорация арқылы 5% ставка мөлшерімен 70 миллиард теңге бөлініп жатыр. Осымен қатар 6%-бен 100 миллиард теңге бөлінеді. Қазіргі таңда жаңа льготалық несиелендіру бағдарламасы қабылданды. Олар обороттық қаржыларын толтыру үшін беріледі. Жалпы 600 миллиард теңге бөлініп жатыр 8% ставкасымен. Енді біз жалпы кәсіпкерлерден түсіп атқан проблемаларын біз күнде бақылауда ұстап шешуге тырысып жатырмыз. Оның ішінде көптеген проблемалар қазір
қалада немесе аумақтар арасында кәсіпкерлерге жүру, олардың жұмыскерлерімен жүру, кәсіпкерлерді қазіргі таңда санитарлық талаптарды сақтамаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тарту проблемалары бар. Осымен қатар мүлікті жалға беру проблемалары да көтеріліп жатыр. Енді өздеріңізге белгілі мемлекеттік мүлікті жалға беру проблемасы шешілді. Яғни мемлекет тарапынан 3 айға 19 маусымға дейін осы мемлекет мүлікті жалға алу төлемдерінен кәсіпкерлер босатылды. Ал коммерциялық жылжымайтын мүлік бойынша ол жерде проблема басқаша. Яғни жалға беретінде, жалға алатында олар кәсіпкер. Ол бойынша біз барлық осы жалға беретін үлкен нысандармен біз хабарласып, келісім сөздер жүргіздік. Жалпы елімізде 705 осындай үлкен нысандар бар екен. Оларға 15 мыңнан астам жалға алушылар жалдау төлемінен босату бойынша өтінішпен келген. Қазір таңда 353 нысаны бойынша жалға берушілер өздерінің жалға алушыларға көмек ретінде толық немесе ішінара жалдау төлемдерінен босату шешімдері қабылданды. Немесе тек қана қорғау және коммуналдық төлемдерден ұстап отыр. Енді жалпы осы жылжымайтын мүлікті жалға беру саласында айтылып атқан проблемалар сол салықтық ынталандыру шараларын беру, осымен қатар коммуналдық қызмет төлемдерінен босату, немесе төлеу мерзімін кері жылжыту. Осымен қатар алынған несиелер бойынша да төленетін мерзімдерін кері жылжыту бойынша ұсыныстарды беріп жатыр. Біз мемлекет үкіметпен, орталық мемлекет органдарымен, жергілікті атқарушы органдарымен тікелей байланыстамыз, тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Барлық проблемаларды талдап, бірге шешуге барлық шараларды қолданып жатырмыз. Бір жақсы мысал бар. Өздеріңізге белгілі, наурыз айында ауыл шаруашылық министрлігімен кейбір азық-түлік тауарларын елден шығару бойынша тыйым салынған еді. Ол кәсіпкерлерге көптеген проблемаларды туындатты. Осы келісім сөз жүргізіп, кәсіпкерлермен кездесіп, ауыл шаруашылық министрлігінің өкілдерімен кездесіп, қазіргі таңда осы пияз, қырыққабат және сәбіз және рафинаттан өткізілмеген пістемай бойынша осындай тыйымдар алынып тасталды. Осымен қатар статистикалық есептерді тапсыру бойынша мемлекет органдар тарапынан кәсіпкерлерге тексеру жүргізу бойынша да проблемалар шешу үшін біз тиісті шараларды қолдандық. Статистикалық есепті өткізу мерзімін кері жылжыту бойынша мемлекеттік орган онда шешімді қабылдамады. Алайда осы статистикалық есепті уақытында тапсырмаған кәсіпкерлерге әкімшілік шаралар қолданбайтын бойынша шешім қабылданды. Осымен қатар тексеру жүргізу бойынша бас прокуратура және уәкілетті ұлттық экономика министрлігімен келісім сөздер жүргізіліп, тек қана осы төтенше жағдай талаптарын сақтауға бағытталған тексерулер жүргізіледі, ал басқа тексерулер жүргізілмейтін бойынша осындай келісімге келіп отырмыз. Жалпы осындай. Баяндамаңызға рахмет. Толық алаңызға келіп, толық ақпарат берген үшін тағы да алғысымызды білдіреміз.
Бухаралық ақпарат құралдарының келіп түскен бірнеше сұрақтар бар. Есть некоторые вопросы, которые поступили от представителей средств массовой информации. Вот в частности, Диана Абдулаева, информбюро, задает такой вопрос. В Алматы предпринимателям разрешили до 20 апреля передвигаться по старым пропускам. Действительны ли при этом сейчас пропуска, оформленные через портал «Инфо Алматы», или они будут действовать только с 20 апреля? Да, правильный вопрос. Хотелось бы отметить, что решением Госкомиссии и решением оперативного штаба города Алматы были новые сферы определены, которые будут разрешены с 20 апреля. Если новое разрешение получено на эти виды деятельности, конечно же, они будут действовать только лишь 20 апреля. Ин Алматы КИЗ Святослав Антонов. Почему, на ваш взгляд, мало заявок на льготные кредиты, а одобренных еще меньше? Я считаю, что сейчас бизнес находится в неком ожидании, потому что режим чрезвычайного положения как бы всех застал врасплох. И все вы видите, какие бизнес испытывает трудности. Поэтому, мне кажется, это связано с этим. Если обратиться к цифрам, то могу сказать, что всего в банке второго уровня в период ЧП обратилось уже 600 субъектов на получение кредитов, льготных кредитов на сумму 167 миллионов тенге. В настоящее время одобрено 56 займов на сумму 32 миллиона тенге. Остальные заявки находят на рассмотрении. Также есть необходимо обратить внимание, что и в банках второго уровня лишь 30% штата находится на рабочих местах, поэтому это также удлиняет срок одобрения заявок. Ну, еще один вопрос от Святослава. В столице и в Алматы разная система выдачи разрешений на передвижение по городу для бизнеса. С чем это связано? У нас в каждом регионе решения принимаются отдельно касательно своего региона. Вы понимаете, что это связано с уровнем заболеваемости и в целом по локализации за болезнью коронавирусом. Поэтому в каждом регионе акиматы или оперативные штабы, которые при акиматах, принимают свое решение, которое, по их мнению, максимально ограничат и обезопасят людей, их здоровье и жизни. Но это прерогатива местных исполнительных органов. Инфозакон КИЗ, Мадина Жатқанбаева, жылыжай шаруашылықтар мен айналысатын кәсіпкерлерге қазіргі таңда қиыншылықтар туындап жатыр. Өсімдеп шыққан жемістерді сату қиындап кетті. Кейбір жылыжайдың жұмысшыларын бекеттен өткізбей, жұмыс орындарына жете алмай жатқандар туралы шағымдар түсіп жатыр. Түркістан облысында осы мәселелер қандай түрде шешіледі? Өте орынды сұрақ. Бұндай проблемалармен ұлттық кәсіпкер палатасына, аумақтық біздің палаталарға көптеген арыздар түседі. Жалпы енді жергілікті атқарушы органдары тарапынан да осындай тыйым салу немесе шектеу қою шаралары тез арада жасалғандықтан енді біраз проблемалары бар. Оны біз барлық осы өңірлік палаталар барлық кәсіпкерлерге көмектесіп жатыр. Осы жергілікті органдарындағы оператив штабтарда біздің өкілдеріміз бар. Жалпы осы кісінің проблемасы біз бөлек қарап шешуге тырысамыз. Рахмет, Рабига Юсингулова, Тенгри Ньюс КИЗ. Сколько, по вашим подсчетам, малый и средний бизнес потерял из-за коронавируса в общем? Какое время понадобится бизнесу для восстановления? В целом, хотелось бы услышать реальный прогноз о дальнейшем развитии. Да, вопрос глубокий. Мы в настоящее время проводим опросы среди предпринимателей для того, чтобы понять последствия, какие у нас последствия для предпринимателей. В целом итоги опроса у нас еще не готовы. И в целом по деятельности предпринимателей в постпандемический период также у нас работа проводится, но, к сожалению, итогов пока нету. Мы тоже об этом думаем, что каким образом поднять спрос со стороны населения, чтобы бизнес хотя бы до пандемический период, чтобы он до этого уровня дошел. Вот реабилитировать после периода ЧП. Да. Вот что касается прогнозов на дальнейшее, то есть по году какой прогноз ожидается? Я же говорю, мы пока опросы проводим, и результаты опроса, к сожалению, пока не готовы.
Но Татьяна Ковалева из «Закон КЗ» задает, в принципе, такой же вопрос. Какое количество бизнеса не сможет реабилитироваться после пандемии? Я так понимаю, что да, это тоже достаточно. Да, мы в ходе опросов такие же вопросы, такие вопросы задаем предпринимателям. И общее понимание касательно какого количества бизнеса коснется, сколько из них закроется, пока понимания нет. Ну и второй вопрос. Какую долю ВВП страны занимает сфера услуг и ресторанный бизнес? Сфера услуг, ресторанный бизнес. Если говорить про сферу производства услуг, у нас ВВП страны занимает 55%. А ресторанный бизнес он у нас идет в одном окейде с услугами по проживанию. Это составляет 1,1% ВВП. Спасибо большое, Ербол Успекович, за то, что посетили нашу площадку, ответили на вопросы. Құрметті көрермендер. Осымен бүгінгі баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Эфирде сағат 12-де кездескенше.